пятой серии из сериала «Акушерка. Счастье на заказ» Зуев проводит сложную операцию, беременной с аппендицитом. Алла подозревает мужа в измене. Татьяна пытается уговорить Инну попробовать другой способ стать матерью, но ее пациентка непреклонна. Дома Татьяну ждет неприятный сюрприз. Дочь Татьяны Катя и ее муж Вадим решают жить отдельно от нее. В клинику поступает сложная пациентка, чтобы не прерывать беременность, ей требуется внутриутробное переливание крови. Провести эту сложную операцию взывается Зуев. Саша решается рассказать Алле правду. Посмотреть очередную серию вы сможете 3 марта.